Европа столкнулась с крупнейшей террористической угрозой за последние 10 лет. Об этом заявил глава Европола. По его словам, правоохранители располагают информацией о том, что в странах ЕС могут находиться до 5000 террористов, прибывших из тренировочных лагерей Исламского государства. Эта организация запрещена во многих странах, в том числе и в России. Есть риск не только одиночных нападений, но и массированных атак, как это было, например, в Париже. О повышении мер безопасности из-за террористической угрозы со стороны ИГИЛ сегодня объявили и власти Таиланда. Особое внимание уделяется туристическим зонам.